Доброго времени суток всем. Такое короткое видео поучительное, как в других сервисах делают телефоны. Прям уже просто не первый раз такое приходит. Вот у нас планшет Samsung, вот это от него нижняя плата с разъемом зарядки. И меняли уже разъем зарядки. Во-первых, он идет с корпусом у нас впаянный. Его тут даже не прихватили. Но не суть важно, в принципе, не принципиально. И вот такое вот у нас. Если у меня тут творится, вот так вот паяют в сервисах. Сейчас перепаяю аккуратненько, уже вот теплоизоляцию сделал, и покажу, как должно быть. Снял разъем, вот такая вот грязь под разъемом была. За эту работу люди берут 1500 рублей. Сейчас зачищу, ставлю новый разъем. Прошло буквально 10 минут, и вот как должно быть гнездо на Samsung. Обязательно припаяно оно на брюхо, также припаяно сзади. Припаян интерфейс весь в один приход дуйкой. Так, сейчас фокусируюсь вот так вот. Вот, видим, все пропаяно, все 7 контактов, все в один приход, и внутри у нас все живое, абсолютно новый разъем. А вот старый разъем у нас мастера на брюхо паять не стали, то есть тут следы грязи, окислов, но никаких следов припоя нету. Очень большой минус. Хотя берут такие деньги, можно было целиком весь шлейф поменять на оригинальный, новый. И к чему вообще это все снимаю? Это не первый раз, как они приходят с других сервисов с такими вот ремонтами. Как людям не противно вот так самим-то делать. Как вообще можно так насрать и взять за это деньги? Так что вот к чему это. Ну, спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк. И посмотреть другие видео. Пока-пока.